Всех приветствую, друзья. Покажу вам стратегию на кибер. Кто хочет зарабатывать деньги? Не торопясь, спокойно. Вот смотрите, выбираем матч. Любой. Например, Фера и Тор. И Скорпион. Выбираем этот матч. Смотрим продолжительность раунда. Видите, да? Нажимаем сразу же play, чтобы нам показывали время до начала боя. В общем, смотрите, продолжительность раунда нас интересует. Нам нужно, чтобы в первом раунде время прошло не больше 37 секунд и не меньше 23 секунд. Понимаете, да? Нам нужно, чтобы сыграло что-нибудь другое, кроме этих двух ставок. Вот сейчас я нажму на паузу, начнется бой, я включу и покажу, что мы будем делать. Так, вот, бой начинается у них. Смотрим первый раунд. Семь секунд видно, да? Так, первый уровень прошли. И второй уровень прошли. 30. Ой, подождите-ка. 27 секунд. Ставим сразу же. Меньше. Показываю вам. 10 рублей ставлю. Меньше 22,5. И ставлю больше 36,5. По 10 рублей. В втором раунде. В первом они не сыграли. 27 секунд было. Сейчас мы ставим туда и сюда. И смотрим. Коэффициенты поменялись у ребят. Сидят там на джойстиках. Ну или это компы играют, не знаю. Но суть в том, что эта стратегия идет. Главное дело, чтобы в первом раунде они не побили ни одну из этих цифр. Чтобы коэффициент этот не сыграл. Вот смотрим. Потому что во втором или в третьем раунде всегда заходит эта ставка. Ну все, ставочка зашла. Всех поздравляю. Часто не советую ставить. Поставили, три раза выиграли. Дайте отдохнуть немножечко. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас разрабатываю еще одну стратегию. И вам будет интересно. Так, там 38 секунд. Все, зашло у нас. И баланс прибавился. Друзья, подписывайтесь на мой канал, разрабатываю еще одну стратегию и буду вам скидывать ее. Давайте.